Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу все желающие приглашаются в Парк Дружбы отметить Международный день птиц. Все начнется в полдень, когда маленькие и большие гости парка соберутся вокруг ярко-желтых скворечников, а волонтеры приюта животных «Надежда» будут помогать раскрашивать будущие домики для птиц и кормушки. Все участники праздника получат в подарок наборы красочных пазлов. День птиц будут отмечать и в парке «Воронежские озера» на детской площадке. Вы сможете украсить уже готовые скворечники или смастерить свой собственный домик для птиц. Авторы самого красивого и оригинального скворечника получат специальный приз. Всех остальных гостей праздника ждет развлекательная программа, розыгрыши, подарки, праздничная фотосессия. Ну а для самых маленьких – игры с аниматорами и мастер-классы по оригами. 2 апреля в Самарском музее коллекции открывается фестиваль масштабных моделей «Мужские игрушки 63». Интерактивная выставочная зона, где будут располагаться модели транспортной техники, самолетов, танков и бронетехники, поездов и железных дорог, подводных лодок и кораблей, солдатиков и диорам, моделей из бумаги и так далее. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, поработать над сборкой моделей, познакомиться с моделистами, пообщаться с мастерами, обсудить новые и старые модели, что-то купить себе в коллекцию. Музей коллекции – филиал Самарского музея фотографии «Фотоистория», Новосадовая, 160М, с 12 до 18.00. До 3 апреля в Доме культуры «Чайка» работает выставка самарских женщин-художников «Палитра солнца и весны». Наступление весны – это пробуждение природы и всегда ожидание чего-то нового, светлого, новых открытий и новых впечатлений. Картины яркие, радостные, весенние. Режим работы выставки с 10 до 20.00. Вход свободный. Поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 21. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!